высочайшем весе. И в синего ринга вызывается боец из Узбекистана. Аслидин Адилов. Итак, следующий поединок нас ожидает, дорогие друзья. Аслидин Адилов из Узбекистана посещал команду Extreme Fitness Gym Катакурган. 26 лет ему, 62 килограмма вес, 172 сантиметра рост. Профессиональный рекорд: 2 победы, 2 поражения. Несмотря ни на что, звонки на мой телефон, отвечаю не все, не говорю много слов, только по делу, алло. Люди пишут мне смс, двигатами тут у каждого свой интерес. Концертные залы подняты, руки до небес. Неважно где, устроим лютый замес. Традиционный дым, 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 папа in the building, не пущи мозги мне. У нас тут своя хроника, уличная лирика. Вот такая азиатская эстетика. Вся ваша политика, это моя азиатская эстетика. Жизнь всегда в движении, я не могу взять перерыв. Сотни треков лишь аперитив, мои люди должны быть сыты. Вот моя единственная мысль, я всегда иду вперед, это имеет смысл. Сам себе рисую свою жизнь, скручиваю особенный ритм. Красный угол ринга вызывается боец из города Сочи, Максим Силин. Клуб «Стрела» Барнаул, 30 лет ему, 62 килограмма вес, 86 сантиметров рост. Профессиональный рекорд: 3 боях, 2 победы и всего 1 поражение. Максим Силин! Ну что ж, заряжено у нас.
оба бойца на поединок, это прямо видно. Я думаю, что сейчас тут будет жарко в октагоне. Аслидин Адилов из Узбекистана против Максима Силина, представляющего Россию. И поединок начался. Поприветствовали бойцы друг друга. Силин у нас в центре октагона. Провешен лоу-кик. Тут же ушел от атаки у нас Аслидин. Сам отвечает лоу-киком. Хороший удар по корпусу, но ушел опять Аслидин от атаки. Выцеливают оба бойца друг друга. Идет в борьбу Адилов. Встретил его Максим. Пытается он своего оппонента загнать в угол. Ох, мощнейший удар от Аслидина Адилова. Обрушивает Максима на пол. Тот встает на каких-то, я не знаю, морально-волевых, потому что казалось, он уже в нокаут падает. Нет. Умудрился выставить сейчас Максим. Борется изо всех сил. Адилов его накрывает. Да, вот это да, дорогие друзья. Мощнейший удар от Аслидина Адилова достиг цели, но Максим Силин сумел его раз и второй раз перевести в партер. И сейчас будет стараться либо боковое удержание, либо спину выйти. Ну а Аслидин там ищет у нас выход на кимуру. Пытается вырвать руку Максим. Удается это ему. Забирает он сейчас спину. Но пытается Аслидин вырваться. Почти ему это удалось. Однако заправил ноги Максим. И для него это хороший шанс сейчас выйти на удушающий прием. Борется отчаянно Аслидин за его руки, не давая накинуть удушку. Полностью восстановился после того мощнейшего удара, пропущенного Максим. И сейчас он в атаке, но вот Аслидин не залеживается. Аслидин постоянно пытается улучшить свою позицию. Он пытается сейчас провернуться в захвате Максима, чтобы выйти в гард хотя бы как минимум. Шанс был у Адилова сейчас. Однако растягивает его Максим. Мощнейший удар по голове. Заправляет он руку. Адилов борется. В маунте у нас Максим. Удары локтями практически по незащищенной голове. Однако следим, как он борется. На каких морально тоже волевых качествах. Сейчас вот ошибся. Может отдать от шею, отдает. Если ноги заправят, Максим будет гильотина. Адилов встает. Какой бой, дорогие друзья, какой бой. Удар коленом в корпус. Это разрешено. Тут главное, чтобы не в голову прилетело. Но встает и Максим. Да, вот тут бойцы достойны друг друга. Упорнейшая схватка. И никто не собирается уступать. Пленных брать не будут. Встает Максим. А снова шею захватывает у нас Ледина. А тот прихватывает его за одну ногу, вытаскивает из угла в центр октагона. Но устоял прям на одной ноге. Вот так Максим сейчас упрыгал, устоял от захвата. Не дал себя перевести первый раз, не дал себя перевести еще раз. Баланс держит шикарно Максим Силин. Ну а следим за таким упорством, как бульдозер потихоньку, помаленьку, но пытается его все-таки в партер-то затащить. Ну, сейчас бой проходит у нас в синем углу, и мы видим, как тренерский штаб Аслидина подсказывает. Но, однако, мощнейшая атака локтями от Максима. Техника разрешенная на наших турнирах. Эти удары очень чувствительные. Однако Аслидин продолжает гнуть свою линию. И все гнут свою линию. Тут уступать, я уже сказал, никто не собирается. Напряженнейший первый раунд мы с вами наблюдаем, дорогие друзья. Пришло время новых героев. И вот этими героями сейчас и являются у нас Аслидин Адилов и Максим Силин. Ошибся Адилов. Получает несколько мощнейших ударов. Отбивается. 20 секунд до конца первого раунда.
Мощнейшие удары снизу, пытается встать Аслидин. Удается это ему. Шею отдает, рискует. Ну что, 10 секунд на гильотину. А? Интересное решение от Максима, однако он, видимо, решил просто точку в этом раунде таким образом поставить, забрав концовку в свою пользу. И сам совершил тейкдаун. Ну что ж, шикарный бой. Шикарный бой. Вот это у нас сейчас поединок. Уступать никто не собирается. Сейчас мы будем смотреть лучшие моменты. Смотрим лучшие моменты первого раунда. И тот самый удар, который, казалось бы, мог закончить поединок. Но Максим умудрился уклониться от повторной атаки. И этим тейкдауном перевел уже бой в совсем другое русло. Посмотрим, что же приготовили для нас во втором раунде эти бойцы. Было видно, как они заряжены были оба на этот бой выходили. И пока что все это прямо оправдывается. Второй раунд. Аслидин Адилов против Максима Силина. Хороший еще один мощный удар от Аслидина. Пытается развить атаку. Еще один мощный удар. Опять падает Максим. И Аслидин пытается его забить. Шанс у него отличный. Максим там как-то пытается подвернуться, встать, чтобы не попасть в пассивный зюб. Но, по-моему, все. Да, сейчас. Да, все. Александр Гребнев вмешивается в этот бой. Аслидин Адилов поддерживает победу. Со второго раза удалось ему это. Пробил он снова Максима Силина, уронил и на этот раз уже не отпустил. Хотя Максим старался. Максим старался, Максим бился. Но Аслидин Адилов оказался сильнее. С чем мы его и поздравляем. Очень интересный бой. Хороший бой. Хорошая победа. Оба бойца были достойны. Оба просто настоящие красавцы. Максиму не нужно так расстраиваться. Главное тут восстановиться после этого боя. Вернуться еще сильнее. Ну и момент триумфа Аслидин Адилова. Абсолютно заслуженного. С чем мы его еще раз и поздравляем. Это большое сообщество дружбы. Привет.